Новый день, мы вышли из отеля, у меня почему-то горло болит. Не знаю, может быть, кондеем надуло. Сегодня в планах у нас еще один день провести с нашими друзьями. Блин. А завтра уже свои планы. Мы сейчас идем до Ольги с Олегом. И дальше у нас в планах вроде как поехать на экспо, но это не точно. Одежды традиционные. Вообще люди здесь одеты, конечно, кто во что гораст. Нету каких-то запретов. Очень много русских на улице. Погода сегодня отличная, 24 градуса. Но очень странно, что в этом доме, помимо апартаментов, есть еще и всякие хостелы. Ну, не знаю, он как бы... Дом претендует на какое-то... Элитное жилье, я так понимаю. Нам нужен пятый. Сади в пять. Мы, по-моему, туда шли-то. А, нет. Вон, вот пятый нам надо. Кстати, здесь нельзя пить, есть в транспорте. За это штраф 500 дирхам. А дай я тебе вообще школу покажу, где хотя бы наша школа детская. Ну, поедем там, другой ветки едем. Мы из окна привезли. Ну, как сложно. Правее, вот, школа вот ты бы на батута вот уже видна. Вот смотри, он показывает, что мы едем правее, хотя на карте нарисовано, что мы должны уехать левее. Красивая женщина. Весело, да? Да, выходить. Чьи арабские шабалали? Шабалали. Не хочу учить арабский. Next station. Шабалали. Джабалали. Джабалали. Сереж, повторяй, джабалали. Глеб, ты узнаешь свою школу за этой арочкой? Дома там, да, Глеб. Планируют они. Наконец-таки. Планируют к какому-то году ввести. Похоже, как будто мы идем, знаешь, в какой-то это Диснейленд. Такие стоят там рыцари какие-то, пальмы, флаги разных стран. Щелкунчики. Щелкунчики в Дубае. Дубайские щелкунчики. А это, наверное, еще новогодний ярмарк. Новогодний ярмарк. Да. Сказка «Щелкунчик и крысиный король». Ксюш, у нее все впереди. Она же мелкая еще. Да. И щелкунчика прочитает. А, да. Нет, не знаю, не помню. Может, прочитали, Ксюша. Это бабушка, если она чтением занимается. У меня мама тут предъявила, говорит, ты с детьми читаешь? Я говорю, мам, у меня времени нет. Ты что? Надо каждый день с детьми читать обязательно. Прям обязательно. Не просить. Вот так, Ксюша, ничего не проси, ясно? Что за... Так... Tickets. Как там интересно? Вот это стрит фуд, нам вот сюда нужно. Мы приехали на Экспо Сити.
Говорят, здесь очень интересно, но я вообще про это место ничего не читала. Здесь как вроде расположены павильоны разных стран. И вход сюда платный. Вроде как 30 дирхам. Так как Новый год, здесь все, конечно, оформлено по новогоднему. Это миссис Клаус Бейкери, то есть это опять жены пекарни его жены. А где же сам Санта? Санта появляется ночью. Ночью? Да. Уинтер Сити. Зеркало для селфи, все заплевано. А вот еще какой-то домик. Короче, это домик эльфов. Фабрика игрушек Санты. Санта Той Фактори. Здесь можно игрушку какую-то сделать. Ну, это детское можно рисовать. Ты хочешь, Ксюш? Разрисовывать. Не, иди. Не хочу. Я вчера от них устал. Не только ж папе мучиться. Мы идем искать какой-то Туркменистан, чтобы поесть, но... Как бы Оля говорит, что там говорят, что вкусный ресторан. Я не очень люблю такую кухню, если честно. Что там может быть? Ну, шаурму, если только. Это жирный плов. Я не, плов не люблю. От риса газики. Пук-пук, а потом вернемся, и Оля сварила кукурузочку. Оля кукурузочку сварила? Да. Мило. О, еще какая-то. Зазвучало что-то. Время молиться. Вот когда у них такие молитвы, мне нравятся. А у них иногда бывают молитвы, они как будто ругаются. Ну, сука, на кого ругается? На всех. Вы твари божьи. Налево Туркменистан, вообще, если идти к Туркменистану. Мы проверим хотя бы, потому что вот фудкорт его закрыли. Вообще, как так? А где мелкий? Глеб, ты что-то там отстаешь, последний, котик, догоняй. Котик, давай. Ты вообще вот так вот двигайся, динамично, чтобы согреться и быстрее все сосать. Чтобы все быстрее. Да. Ты меня? Да. А так вот зазу и эти самые горки нарисованы. Это нарисованные птицы. Класс, это нарисованные птицы. Это сказка, видимо, была. Семиместное такси для нас. Ты у окошка? Планета всей? Аккуратно там Глебу по ногам. Мне... Сейчас мы будем есть сыр. Оливье, хумус, шпинат. Это что, Алис? Огурец. Огурец? Соленый.
А это? Это кукуруза. Мастер нарезки в салат. Дочь, кушать хочешь? Да. Пробуй.